Do you have what I require? Come here, right here. Looking. We've got the best prices in the neighborhood. Where's the concern for our safety? Move along, if you know what's going on. How much are our lives worth for you? Что случилось? Ваш брат. Что на этот раз? Газеты трубят об убийстве Топенни, и это еще не все. Кто-то украл клише для печати денег. Это тоже был Джейкоб? Сомневаюсь. Теперь банку не доверяют. И английскому фунту. Будет инфляция, бунты. Производство, конечно же, перекочует в Америку, если вкратце. Британия обречена. Джейкоб, вот теперь ты и правда влип. А если я верну клише обратно в банк? Ну, это поможет. Это подвергнет сомнению все слухи об убийстве Топенни и восстановит веру в экономику. Решено. Я спасу Британию. Да, и если вас не затруднит, не могли бы вы уничтожить все фальшивые купюры, которые вам попадутся? Конечно. Я рад, что вы решили помочь. Идемте. Неподалеку платят фальшивками. Ну, скажем так, фальшивками. С такими клише невозможно отличить поддельные фунты от настоящих. Мистер Эберлайн. Если это всплывет, я уже говорил. Люди перестанут доверять деньгам. Бунты уже начались. Мистер Эберлайн. Но я верю в вас, мисс Фрай. Вот кто мне нужен. Ты слышал о банковском бунте? Пусть бунтуют сколько угодно, мы не вернем. Вот кто мне нужен. Ты слышал о банковском бунте? Пусть бунтуют сколько угодно, мы не вернем клише. Ну и что это даст? У него все равно нет настоящих денег. This one. Poor Jake, bugger. So, you won't get away with it. Oh.
Молодец. Тихо, тихо. Давай. Стой! Но! Вперед! Молодец! Вы двое, за мной. Не хочу, чтобы меня ограбили по пути. Вот кто мне нужен. Ты слышал о банковском бунте? Пусть бунтуют сколько угодно. Мы не вернем клише. Ну и что это даст? У него все равно нет настоящих денег. Домой, пожалуй. Уже читали газеты? Ты об убийстве Топенни? Да. Жаль, конечно, но нам ведь это на руку, не так ли? Вы не боитесь привлечь внимание полиции? Кто-то мог видеть, как вы входите в банк. Не нужно так волноваться. Успокой свою совесть. Я не причастен к смерти Топенни. Я просто воспользовался удачной случайностью. Если наведается Скотланд-Ярд,
Я был в банке по делам, а больше ты ничего не знаешь. За это я удвою тебе жалование. В отдельных купюрах, ага. Что ты сказал? Стой. Ничего, сэр. Стой. Слыхал эти крики? Похоже, что весь Лондон бунтует. А мы тут при чем? Господи, Джейкоб ведь поставил под угрозу всю экономику. Отец был прав. Он вечно спешит. И не думает. Куда, сэр? Тихо. Ну, давай. Будьте начеку. Мало ли кто сюда сунется. Есть, сэр. Не смейте открывать двери. Есть, сэр. Это место надо охранять, как сам Банк Англии. Так и сделаем, сэр. My heart broke.
и я не буду тебя пытать. Остановили? Нет, на нас даже не взглянул. Черт, она исчезла. Теперь вернуть обратно в банк. Вот так вот. Did you hear? Сохраняй спокойствие.
I should stay clear of. I say we down tools. Молчи, если хочешь жить. Будто всегда тут лежали. Итак, газета Лондона пишет, что это была уловка. Бунты стихли. Банку Англии снова доверяют. Наконец-то я смогу отдохнуть. Мисс Фрай, огромное вам спасибо. Я рада, что все закончилось хорошо, сержант. Хотя благодарить меня должен Джейкоб. Ah!
мучил. Убейте ее! Она в Скажите еще раз, какова наша цель? Среди бумаг Люси Торн я нашел письмо принца-консорта. Там тот же знак, что и на вашем ключе. Письмо 47-го года. 47-го? В том же году принц стал реконструировать Букингемский дворец. Хранилище для плащаницы. Но поскольку на карте почему-то нет подписи «Тайное хранилище». Ваше высочество, это мисс Иви Фрай. Мисс Фрай, Махараджа Далип Сингх. Это честь для меня. Генри, нужные вам планы уже забрали. Забрали? Но кто? Кроуфорд Старик. Или те, кого он нанял. Я знал, что вам знакомо это имя. Вернуть их можно, но там много охраны. С этим проблем не будет. Я так и думал. Нам нужен план. Я постараюсь отвлечь стражу, а вы проберетесь внутрь. Да? О! Ради вас, Иви. Безусловно. Что ж, я найду того, кто знает, где хранятся бумаги. И встретимся в поезде. Осторожней. Каков план? Даете сигнал, я отвлекаю стражников, кидаю дымовую бомбу и скрываюсь. И пока они заняты, в дело вступаю я. Начнем? Я справлюсь.
тут стряслось. Я вас вижу, а вы меня? Взять его! Ну все, с меня хватит! Хочешь, чтобы тебе трёпку задали? Ничего. Чёртова девица Фрай! Видно, все же придется спросить. Здесь эта чертова девица Фрай! Чужие!
Вам, мисс, я не знаю, где он теперь. Что за он? Человек вроде вас. Стража его увела. Генри, украденные планы, где они? Я вправду ничего не знаю. Планы, задача. Эй, вы же дети Клары. Мистер Генри схвачен. Мы не справились. Но одного я укусил. Они были в красном экипаже. Но они рядом. Одно колесо держалось на честном слове. Вон, даже по следам видно. Так и найдете. Why would я ебаться?
Давай. Хорошая девочка. Вылетела с дороги. Они гнали во всю прыть. И даже людей сбивали. И ломали имущество города. Да, я на верном пути. Самый экипаж нашла. Теперь за Генри.
ключей в этом районе! Готовы? На счет три! Убейте! Я из тебя дурь-то вижу! Я точно туда за тобой! Да, из экипажа кого-то вытащили. Пьяного в стельку. Направились на церковный двор. Видать, он хотел поспать в тихом месте. У нас посторонний! Ей сюда нельзя! Ты трус! Когда колесо отвалилось, из экипажа кого-то вытащили. Сказали, голову ударилось. Они зачем-то отправились с ним в церковь. Больше идем. Пойдем так, Дэвис. Тревога! Приводи! Они же были закрыты. Видно, опять эти чертовы сорванцы. Быстро очнется. Надеюсь, он не тронулся умом. Так он же ассасин. Они и так чокнутые. Ну и зачем он... Вы не слышите, мисс!
Иви. Они отправили кого-то перепрятать планы. У вас их нет? Вы ранены? Нет. Идем. Что насчет планов? Утеряны. Мне так жаль. Думайте о том, как нам сбежать. Что насчет планов? Мне так жаль. Думайте о том, как нам сбежать. Покажитесь, мисс Найтингейл. А мне надо найти хранилище раньше Старика. Поговорим с Махараджей. Нет, к Махараджи пойду я, а вам осмотрят голову. Извините, похоже, я разрушил ваши планы. В поезде вам ничто не грозит. Вам не войти во дворец, даже если вы найдете это хранилище. Я буду не одна.
До встречи в поезде, мистер Грин. Thank you.